Тесто у нас, смотрите, какое мягкое, да? Мягкое, пластичное. А давайте мы его с вами помнем. Давайте помнем с вами его. Как мы его мнем? Ну-ка, как мы его мнем? Давай, разминаем. Вот так на протяжении последних двух недель начинается занятие в ясельной группе. Таким образом совмещают приятное с полезным, развивают мелкую моторику у детей и готовятся к пельменному батлу, который в этом году станет частью выставки «Шаг в будущее». Тесто у нас и слоеное, и обычное, также и пластилин. Как бы навыки те же самые. Знакомим детей с тестом, учим их раскатывать. Это им очень интересно. Тут с тестом это вообще это у них было что-то из ряда вон выходящее, что им доверили такое. В общем, восторг и удивление, и положительные эмоции, в общем. В этом году тема выставки «Семья и школа. Растем вместе», поэтому в образовательном учреждении активно привлекают родителей к подготовке. Сейчас в музыкальном зале как раз идет репетиция. Сестры Валерия и Виктория вместе с мамой Анастасией отрабатывают движение для того, чтобы в субботу показать свой семейный танец на творческом марафоне. Правда, пока тренируются не полным составом. Не хватает двух сыновей и бабушки, но обещают, цыганочка с выходом получится зрелищной. Нам предложил воспитатель... Может быть, вы представите, но мы, раз у нас большая семья, мы решили выбрать, ну, постоять за честь нашего детского сада. Сынок ходил сюда, средненький, и вот две девочки ходят. В детском саду номер 70 стараются идти в ногу со временем, поэтому воспитатели постоянно внедряют в образовательный процесс современные методы, а берут их зачастую с выставки «Шаг в будущее». Мы участвуем с самого начала этой выставки. Полезно на чем? Тем, что каждое образовательное учреждение покажет свои какие-то нововведения, инновации. Жители города Полевского узнают о том, чем живет каждое образовательное учреждение. Ну и для нас, для самих, для образовательных учреждений, это тоже какой-то шаг вперед. Будущие журналисты-телевизионщики Александра и Артем на выставке «Шаг в будущее» будут работать на детском телевидении. А пока идет подготовка, они осваивают азы профессии с нашей помощью. Тренируются брать интервью. Для нас ситуация нестандартная. Но, соглашусь, интересно побыть по другую сторону камеры. А вы ставили прививку от гриппа? Меня в детстве напугала врач. Она достала вот такую большую иголку, и я испугалась. С тех пор я не ставлю прививки. Такого не бывает. Тест пройден. К работе с микрофоном и камерой готовы. Идем дальше. В этой группе полным ходом идет оформление макета. Что это будет, пока остается загадкой. Но, судя по конструкциям, получится большая и объемная фигура. До выставки «Шаг в будущее» осталось ровно неделя. Все силы детского сада номер 70 брошены на подготовку. Они не умеют делать все наполовину. Если удивлять, то по полной. Если готовиться, то во всех локациях. Ребята, а вы готовы? Шаг в будущее! Мы готовы! Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.